И если можно играть с одновременным ходом, то есть он оплачен у обоих, тогда можно здесь еще галочку ставить «Одновременные ходы» и выставлять, до какого дня можно будет играть с одновременным ходом. То есть до какого дня вы ходите одновременно, а после которого опять включается пошаговый режим, и вы играете как обычно. Ну, вроде все.